Сегодня интересная редкая тема – интернет-знакомство. Знакомство – это часто сейчас по интернету, естественно, а вот тема не так распространена. Давай посмотрим, как там, что там, к чему приведут эти отношения, характеристику главных героев, то есть вашу и человека, с кем вы общаетесь. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведающая. На индивидуальных сеансах я просматриваю экстрасенсорно. Вы можете обратиться из любой точки земного шара. Благодаря интернету все возможно. По оплате договариваемся. Ну и работаем. На сеансах происходит коррекция. Знаете, где соломки постелить, человек начинает о вас думать. Ну и практик я. Так что второй – это мой магический инструмент. Очень много интересного, практических проработках. Не только вызов любимого, да? Причем без давления на его волю. Ну, много интересного. Обращайтесь, узнаете сами информацию под видео и в закрепленном комментарии под видео. Давайте смотреть, что там за голубчик у вас. Что за голубец? Так, все при вас. Смотрите, человек надежный, стабильный, денежный. Есть у него тугрики, есть у него запасики. Это точно совершенно. Он может зарабатывать, он может быть владельцем заводов, пароходов. А может быть и, ну, знаете, как бывает, хорошее наследство. Бывает рантье, если не ошибаюсь. Так, тот, кто живет на ренту. То есть дает жилье, получает денежку, потом еще имеет несколько бизнесов, а кто-то продает, да, недвижимость. Вот здесь вот что-то стабильное, что-то земное, вполне себе материальное, основательное. Так, что было у человека? Смотрим, что будет у него в ближайшее время, да, с чем он к вам пожаловал вообще. А вот здесь уже интересно. Смотрите, человек, совести человек кармических проработок, как сам, так и к вам. Да, то, что у него было, мы видим, здесь у него есть некая проработка, и он по жизни идет, должен идти аккуратно, точнее, и он идет, знаете, как бы соблюдает дипломатичность, осторожность, равновесие и баланс должен соблюдать. Также, кстати, и профессию может выбирать, вот связанное то ли с юриспруденцией что-то. Возможно, здесь и научные какие-то аспекты, да, какое-то развитие, саморазвитие. Ну, то есть человек непростой достаточно. Но я всегда говорю, даже если человек слесарь, то в своем деле он просто профессионал. Он все делает точно. Здесь еще очень глубокие кармические познания у этого человека. Но посмотрите, с чем он к вам пришел, а что у него на ближайшее будущее. Девочки, этот человек пришел изменить вашу жизнь. Возможно, он предложит вам вместе куда-то слетать, поехать, провести отпуск, встретиться, или даже здесь будет переезд. Но сначала здесь со знакомительной целью, да, знакомство, особенно если вы где-то проживаете не очень близко друг от друга. Но если даже близко, то здесь есть какое-то совместное путешествие, проведение времени вместе с целью друг друга узнать. Но еще мы не знаем, сколько вы там по времени вообще, да, друг с другом. Какой у вас формат. Так, важно. Здесь могут быть большие перемены, но человек нам здесь еще раз показан очень стабильный. Во многих случаях человек большого размаха, высоких должностей, сильно не афиширует о себе, о своей работе, о том, что он делает. Здесь действительно может быть и бизнес, и какие-то закрытые структуры, госструктуры. Ну и также,
ну, и коммерческое что-то может быть, но очень-очень основательное. Такой человек, которому просто так не пробиться. Ну, смотрите, здесь, во-первых, можно сказать, что у него были отношения какие-то завядшие, увядшие, очень быстро вспыхнувшие и быстро закончившиеся. Но с той стороны есть некто, некая персона, которая все-таки продолжает за ним следить и где-то еще не теряет надежды, что этот человек будет с ней, этот мужчина будет с ней. Но мы видим, что человек верный, добросовестный. Если он в отношениях, то он в отношениях. Налево здесь, ну, может быть, посмотрит для того, чтобы, ну, все-таки полигамия и прочее. Но здесь очень хорошие задатки родовые. Шаг влево, шаг вправо. Там уже видели, у него кармический сразу сбой будет. Будет очень быстро отрабатывать, здесь быстрая отработка у человека, быстрая, моментальная карма, как говорят, да, поэтому ему, чем он благороднее себя ведет, чем он нравственнее себя ведет, ну, ему же и лучше от этого, да, он, может быть, склонен был в прошлом увлекаться. Конечно же, делать комплименты, как приятный мужчина, ему нравится приятные женщины во всех отношениях, но вот ловеласом его особо не назовешь, тем не менее, здесь все-таки в прошлом показывают. Сейчас, на данный момент и в ближайшее время, мужчина основательно готовится к отношениям и действительно хочет иметь подругу по жизни, любимую женщину, та, которая принесет здоровье и здравость в отношения и с которой можно продолжить род. Но если возраст уже не позволяет, как бы уже постарше, да, то все равно здесь традиция, соблюдение неких традиций и продолжение. Ну, здесь очень хорошие родовые каналы, связь, поддержка силами и духами, старейшинами рода. Здесь идет защита, он под охраной, здесь очень хорошее здоровье и очень хороший потенциал в целом. Мужчина стоящий. Давайте посмотрим, какая вы здесь. Какая здесь вы? Хитренькая, умненькая, изворотливенькая. Если вы не такая, то здесь, скорее всего, нужно такой быть. Но это мудрость. Это мудрость. С другой стороны, вы знаете, что сказать. Или догадываетесь, как правильно себя вести. Это надо привносить. Лисенька, лиса. Хитрая, женственная особа. Очень-очень. Потом вы очень постоянная, да, вы можете быть хитренькой, можете быть изворотливой, но с другой стороны вы постоянны. Вы как-то уже себя нашли во многом. Хотя здесь может быть и переезд с этим мужчиной, у вас может быть переезд в другой город, в другую страну. Поменять и место жительства, и работу вы здесь сможете, и у вас будут большие раздумья на этот счет. Как и что дальше? Давайте еще посмотрим. Вы. Что приобретаете, что уходит из вашей жизни. Посмотрите, здесь немножечко ситуация подвисла. Очевидно, вы пока находитесь на неком действительно перепутье. Думаете. Затаились. Что же дальше? Да, потому что тут действительно, ну, надо иметь ресурсы и не оплошать, скажем так. Здесь, как всегда, не получится. Уходит что? Уходит некая тяжесть. Тогда, когда вам приходилось бороться самой за себя, защищать, отстаивать себя, свою позицию, да, что-то кому-то доказывать, биться буквально за место под солнцем. Это уходит. Что вы приобретаете? А здесь, посмотрите, это не то, что большое ограничение, это как раз-таки свобода, как раз-таки исцеление, выздоровление, выход из сложной ситуации вы приобретаете. Вы приобретаете крылья и веру в себя. Здесь большой ваш потенциал раскрывается с этим человеком. Давайте посмотрим, для чего он к вам еще.
пришел. Для чего? И вот здесь таинственный Грааль, волшебный, это то, что передается из поколения в поколение. Это кармическая встреча, это перевоплощение, это может быть действительно проработка кармы, когда люди встречаются из воплощения в воплощение, в родственные души, кармические души. Здесь ваша связь волшебна. И, скорее всего, где-то в прошлых жизнях вы договорились встретиться в этой. Вы для чего даны этому человеку? Ну, для радости, для счастья. Вот здесь колыбель прям, да? Для уюта, для рождения детей, для... Не только для потомства, но здесь уют и семья. И вообще отношения такие, которые... Доверие, да? И действительно, у кого-то это будет совместные. Не просто планы на жизнь, но это... Ваше гнездышко уютное. У многих будет с рождением детей. Вы друг для друга вместе. Ой, дорогие, здесь посмотрите-ка, посмотрите, здесь действительно кармические проработки. Прорабатывать очень много прошли уже где-то, когда-то. И даже если сейчас, не знаем, какой у вас возраст, да, вы очень многие обжигались. Знаете, и этот опыт ваш, это все важно. Вот встретившись друг с другом, здесь уже, ну, как бы, кто-то это пламя поддерживает, а кто-то тушит, да? Главное не обжечься. Вот весь ваш предыдущий опыт был как бы подготовкой для этих отношений. Здесь какие-то очень серьезные отношения показывают. Так, и вот еще посмотрите. Сейчас еще посмотрим плюсы и минусы и потаенные какие-то моменты. Что хорошо, что плохо. Давайте вот эту, этот арканчик, да, этот оракул посмотрим. Что плохо, что хорошо. Здесь очень важно не уйти в манипуляторство. Не стать самой послушной марионеткой, да, ах, вот он, да, этот, тот самый. И как худший вариант, это может быть действительно энергоотток, вампиризм, абьюз и прочее. Хорошо, если мужчина себя проявляет, он принимает решение, и действительно это знаковый, ключевой человек в вашей жизни, достаточно прочно и уверенно он будет вести ваши отношения от этапа до к следующему этапу. Ваша задача – сохранять и спокойствие, и женственность, и мудрость. Возможно, где-то подстраиваться, но все-таки здесь не театр Карабаса-Барабаса, и нужно об этом помнить. Главное – не переигрывать. Давайте еще возьмем волшебные здесь оракулы, да? Совет рекомендации первое. Дорогие, здесь нужно вымести весь мусор из вашей жизни. То, что вас отвлекало или отвлекает и тянет назад, очиститься самим. Здесь большая чистка. Чтобы быть счастливыми, нужно начинать всегда с самих себя. Становимся чистенькими, красивенькими. Очищаем, да, свои энерго, все и каналы, и энергоцентры. И как хотите, поле. Да, должно быть манкое, энергетически привлекательное. Экология общения, да, с кем вы общаетесь, тут тоже очень важно. Еще есть обостренная интуиция. За луной следует солнышко, за тьмой свет, да, за ночью день. Как бы вы пришли к любви, если бы у вас не было негативного опыта, поэтому поблагодарите за ваши где-то неудачи, обиды, уроки. Поблагодарите, отпустите. И то, что вас заставляло бояться, то, что раньше мешало вам, здесь вы можете все это, проработав, знаете, как сделать питательной средой для того, чтобы
стать счастливой уже здесь и сейчас. И вот эти страхи все в свое настоящее, тем более в будущее, уже не тащить. Вот он, красивый, светлый период, прекрасный. И что еще? Здесь мужчина выходит, девочки. У очень многих, вы не забывайте, конечно, что это общий все-таки сеанс, да, и ни один общий сеанс не заменит индивидуального, а здесь мужчина вашей мечты, дорогие. Стабильный, красивый, умный, достойный, обеспеченный или тот, кто может заработать и обеспечить. Главное, конечно, ваши ресурсы, потенциал и ум все-таки не терять. Ну и как совет рекомендации, да, действительно, мужчину надо уважать в первую очередь. Не просто слышать, да, слушать, но и слышать обязательно. И где-то даже пальму первенства все-таки нужно мужчине отдавать. Но все это должно быть. Вот как это должно быть? Умно, тонко, без фанатизма. Здесь уже, ну, приходите, чем могу, помогу. Можем просмотреть на индивидуальном сеансе, ну и попрактиковать. Спасибо, что вы со мной. Благодарю вас за ваши донаты. Все те, кто донатят, дорогие, пусть ваши финансовые потоки и ваши кошелечки обогащаются только наилучшим и наивысшим образом. В 100 раз, 1000 раз больше, чем делаете это вы. Самым лучшим образом и самой высшей прекрасной целью. Ну и, конечно же, материально и духовно, и материально они взаимосвязаны. Быть добру, взаимности вам. Ну и до новых встреч. Пока-пока.